Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», дополняя данными из Википедии и из интернета. Нума Помпилий. Нума Помпилий – второй царь Рима, правивший после Ромула. Традиционно считается, что Нума Помпилий ввел в Риме календарь и установил религиозные обряды разделения граждан на сословия. Считалось, что ему в его начинаниях покровительствовала италийская богиня Эгерия. Жизнь Нумы Помпилия описывает Плутарх и Ливий. Личность этого царя следует считать полулегендарной. Из Википедии. При нем были подсчитаны все земли, принадлежащие Риму, осуществлено межевание земли каменными столбами. Он учредил ремесленные цеха, установив для каждого из них отдельные празднества. Нума Помпилий первый учредил религиозные культы. Им же были установлены должности официалов и понтификов. Запретил человеческие жертвоприношения. Ввел новый лунно-солнечный календарь. В отличие от всех остальных римских царей, которые активно вели войны, при Нуме Помпилии ни разу не открывались врата храма Януса, которые обычно открывают при начале вооруженных конфликтов. Умер от естественных причин в 673 году до нашей эры в возрасте 80 лет, оставив по преданию большое письменное наследие. Среди алхимиков бытовало мнение, что какие-то из рукописей Нумы Помпилия избежали огня, и в них содержится секрет философского камня. А его могилу, в свою очередь, спрятали, и она до сих пор не найдена. Ну вот, так вкратце о втором царе Рима, который правил после Ромула, Нума Помпилий. Пока-пока, до свидания.